На улице Медовой новогодний хоровод. Гостей праздника угощают горячими блинами и сладостями. Новый детский сад распахнул свои двери для 170 юных зареченцев. Подарок долгожданный и своевременный. Дошкольное образовательное учреждение полностью закрывает очередь в детские сады городского поселения Заречье. Мы долго ждали этот детский сад. С 2012 года шло строительство. И я хочу поблагодарить наших строителей, которые нашли в себе силы и финансовые возможности закончить и ввести в эксплуатацию детский садик, тем самым выполнить свои социальные обязательства перед жителями Заречья. Мы с большой радостью передаем этот детский сад. Будем надеяться, что он будет служить на благо развития социальной инфраструктуры, радовать детишек, родителей. Новый детский сад необычен своей планировкой. Никакой угловатости. Все корпусы круглой формы. Эдакие бочонки на улице Медовая, в которых гости праздника встречают маленькие пчелки. Своих воспитанников педагоги детского сада будут готовы принять в 2017 году. А пока первое знакомство. Бассейн, спальни, просторные группы, в том числе и ясельные, а также компьютерный класс. Все современное и передовое для детей. С таким посылом педагоги Заречья вступают в новый 2017 год. Уникальность этого сада еще и заключается в том, что здесь у нас будут 4 группы для детей от года 8 до 3 лет. Еще одно яркое открытие уходящего года – 3 детских сада в жилом комплексе «Гусарская баллада». Здесь главу района встречали барабанщики и представители местной общественности. Этот детский сад прошел непростой путь в своем становлении, как, впрочем, и остальные дошкольные образовательные учреждения. Это очень серьезный будет вклад в развитие социальной инфраструктуры именно вот «Гусарской баллады» и, скорее даже, еще «Лесного городка», потому что здесь этой инфраструктуры катастрофически не хватает. То, что сказал Андрей Робертович, он сказал скромно. Действительно, это была воля самого главы, потому что действительно вы у нас приняли вот такое волевое решение и организовали всех нас, присутствующих здесь, закончить этот проект, которые доблестно бросили некоторые. У нас количество образовательных учреждений в сети растет с каждым годом. 3 детских сада – первые социальные объекты в микрорайоне, которые поражают своими возможностями. К примеру, для дошколят подготовлены классы с мини-партами и настоящей школьной доской. А для эмоциональной разгрузки детей открыт кабинет релаксации со светомузыкальным стимулятором и водопадом. Она маленькая комната, но большая изюминка нашего детского сада. Эта комната рассчитана для сенсорного обогащения ребенка, для его зрения, восприятия, слуха. Здесь всегда релаксирующая музыка. Занятия в этой комнате снижают у ребенка гнев, усталость, тревогу. Но вы знаете, это комната мечты. Я бы так, наверное, сказала. Здесь ребенок прежде всего мечтает. 4 новых детских сада рассчитаны на 500 детей, а с учетом групп кратковременного пребывания еще на 250 ребятишек. По словам Андрея Иванова, это абсолютный рекорд для Одинцовского района. Такой значимый прорыв в системе дошкольных образовательных учреждений удалось совершить благодаря личному участию руководителя во всех этапах возведения новых объектов. Я хочу повторить, что все 4 детских сада, они муниципальные, поэтому никаких ограничений, барьеров. Все, кто в электронной очереди, обязательно попадут в садики. И мы еще постараемся, как я уже сказал, доукомплектовать наши помещения и немножко увеличить мощность существующих дошкольных учреждений. По словам главы района, новые дошкольные образовательные учреждения укомплектованы и педагогическими кадрами. Ведь даже самый современный детский сад не заменит личного общения ребенка и воспитателя. В Новый год с новыми планами, отмечает глава, и напоминает, что за открытием детских садов в Гусарской балладе обязательно последует завершение строительства Лесногородской школы. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».